Следующим этапом, после того, как обработали фасад, поменяли мы фронтоны, и сегодня будем мыть старую крышу, очищать ее от моха. И подаем каршера наверх. То мы будем мыть крышу. Толстому слой. Тонкому ни хера. Поднимаемся его. Берем чуть-чуть, намажем еще. Вон, давай намажем потолще. Потолще она будет еще лучше гореть. Вот смотри, здесь тонкий слой. Тонкий слой не горит. Проверим на горение, как она, ТСМ-ка, поведет себя. 1000 градусов. Ну-ка. Поддерживает ли она горение? А ну? Не поддерживает. Не горит. Круто. Еще отражает температуру, помогает удержать чуть-чуть жару. Тонкий слой не горит вообще. Тонкий не славит даже. Ну, интересно, когда она высохнет, как она будет работать. Но это мы чуть-чуть дальше, будет интереснее. Итак, у нас заканчивается перекур. И мы снова на крыше. Компания TSM Керамик спасет вашу крышу от жара, тепла, конденсата. Рідка теплоізоляція TSM керамічний для внутрішніх та зовнішніх робіт. Вирішує питання теплоізоляції просто і легко у будівництві та промисловості. Утеплює приміщення, ліквідує плісень, конденсат, містки холоду. TSM керамічний збереже тепло вашого дому.